Друзья, привет! Саша Иванов, канал «Живу на земле». Долгожданное путешествие на ракете. Навьючил всяких вещей. И рюкзак, и пенка, и палатка, и шелтер. Всякой еды набрал. Донки лежат, пшено вареное здесь. Прикормка. На донке хочу половить, поехать с ночевкой. Приглашаю всех в это прекрасное путешествие. Тверская область. Начало августа. Стоит теплая, отличная погода. Отправляемся в глубинку, где тихо, спокойно и, возможно, даже есть рыба. Ребята, в современной рыболовной практике сложнее всего это найти место на берегу. Все остальное уже мелочи. Поставил мотоцикл. Вот здесь местечко. Люди, похоже, буквально вот только что уехали. Ну, по-любому это было сегодня. Костер еще тлеет. Хорошие угли такие остались. До вечера бы их сохранить. Пока мотоцикл ставил на подножку, сразу же рыбак пришел. Я говорю, ну что там, нам хватит места на берегу? Он говорит, да хватит, что рыбы только нет. В общем, намекнул ему, что здесь сейчас будут стоять донки. Здесь в этой куче вещей есть телескопические донки. Это штатив. Три удочки помещаются в один пакет. Слава китайцам с Алиэкспресс. По поводу вещей, как и на байдарке, когда привязываешь вещи, обязательно нужно где-то в них продевать какую-нибудь петельку, что-нибудь такое. В общем-то, посреди дороги останавливался, когда у меня шелтер и палатка были уже практически внизу. Ну, они подцеплены как раз, вот палатка за такую петлю и шелтер за подобную. Все, что даже очень крепко привязал, от тряски, от бурбы, да и вообще, когда не смотришь, когда за спиной это находится, обязательно где-то что-то отвяжется. Надо подставки для донок. И смотрю, кто-то довольно много здесь всяких берез выпилил. Не пойму, с чем это связано. Может быть, дорогу чистили. Как-то довольно странно. Какие-то, знаешь, березы-ненавистники. Сосны стоят, а березки вот прям почистую. Тын-тын-тын-тын. Топора с собой нет, есть нож. Как раз будут дрова. И сейчас надо будет сделать три рогатки, на которой ставить донки. Да, береза. Это крутое дерево. Все подсохшее так. Похоже, уже грибочки пошли. Как же показать-то его? Август, уже так-то пора. Подберезовик. Ничего такой, нормальный. Да, ведро помещается, ведро. Подушка всякая, тут немного еды. Тут это не йогурт, туда насыпал мюсли обжаренные.
такие продаются. Все для донок. Спуск к реке довольно крутой. Но там рядом есть еще круче, туда только кубарем. Тут еще нормально. Такой чуть-чуть тут шок с экстримом, с некоторым. И вот здесь такой пляжик. Река делает поворот, и здесь замедляется течение. Свиной комбикорм, он будет пилить прикорм. Его надо холодной водой замочить. Так, чтобы она покрыла просто его. Удочки. Три штучки. 2 по 2,4. Или 2. И одна поменьше 2,1. Как раз для таких условий, где далеко бросать не надо. Все, катушки уже нормальные поставил. 2,4 оснащенные, на них ловил. А 2,1 просто поставил катушку. Надо будет дооснастить. Камни. Сейчас пока так поставлю наугад, а потом ловить когда буду. Что-нибудь куда-нибудь переставим, наверное. Слегка пришлось видоизменить конструкцию, очень короткие эти рогатки срезал, прям вообще какие-то. Тут как раз катушка на этом месте. Здесь тогда вот так вот. О. Комбикорм размок и превратился в такую кашу жидкую. Прям туда сейчас. Прикормки, ну может тут 1/3, почти пол пакета. Мусор весь обязательно с собой уберу. И прям с сырым сейчас перемешаю хорошенечко, чтобы прикормка тоже влагу с него убирала. Давай, давай, давай. На улице плюс 25 и совсем нет ветра. И вот думаю, не пошел бы дождь. Поставить палатку, вещи туда убрать. Поставил палатку. Закидал пока так внутрь, сейчас вещи остальные тоже туда. Палатка для мотоцикла. Самая долгая часть приготовлений — это был поиск места на берегу. Сейчас небольшой перекус. Сыра взял большой кусок, домой заберу. Маленькими не продают. Продают сразу ломоть такой на 150 рублей. А куда мне столько? Жарко. Ветра вообще нет. Подозрительная погода. Хлебушек какой-то с морковью там внутри. Вкусненький. Вообще
вот так по-царски сыр кусок. Приятного аппетита. Сейчас пойдем забрасывать донки. Там рыба плещется. Прикормка с комбикормом набухла. И сюда надо добавить пшено. Вода уже такая попрохладнее стала, чем была, но еще теплая летняя. Так, сюда. По насадкам пенопласт с чесноком, тут с медом и сало с чесноком. Ох, запашок. Сало такое, как уже конкретно был. Короткие поводки из плетенки, большие крючки. Тут сало можно подсаживать, можно просто на пенопласт. Но в последнее время, мне кажется, с салом как будто получше. Маленькие кусочки. И пенопласта, и сало сейчас чуть-чуть совсем. Фольге, чтобы поудобнее было. Но там с чесноком тоже и очень сильный аромат. Тихо разговариваю, чтобы людям не пугать рыбу. И когда уедут, устроим тут веселуху. Вообще вот так вот. Сход. Такая поклевка была просто. Сижу, думаю, на фидер когда ловлю. Садишься, ловишь, ну уже там забросил и думаешь, может точку неправильно выбрал, может поводок подлиннее, крючок другой, что-то там надо. Здесь донками просто забросил их, сел и куда-то погрузился в какую-то нирвану. Грубо говоря, проснулся от того, что колокольчик. Ух, поклевки есть, круто. По плану, если погода позволит, все будет нормально. Сейчас побросать, корм маленько появится. Рыбе нужно какое-то время, чтобы подойти, она будет делать обходы. И вот надеюсь, что она ночью придет. Ночью, может быть, с руки даже несколько комков прикормки кину. Прикормка там в основном пшено и комбикорм. И утром попытать удачу на трофейного леща. А сейчас посидеть часик-полтора вообще. Погода просто подарок. Потом костер пожечь, покушать. Может быть, утром покушать. В общем, ребят, сейчас отдых. Надо еще одну донку вязать. Хотя садок воду, наверное, пора уже забросить. Хотел садок-то забросить, а так и ничего не забросил.
Хотя да. Лещичек небольшой на сало. Садочек у меня сегодня такой. Тоже раньше в Китае продавали. Сейчас, наверное, тоже продают. По 200, по 300 рублей обязательно снизу надо завязать. Банана. Вот это рыба. Четвертого номера крючок, и попадается вот такой живец. У меня как раз есть донка одна. Вот такой живчик. Сейчас пока надо выпустить. Ой. Похоже, сошла, ну прям какая-то нормальная рыбина. Как только поднял кормушку, он сильно дернул. Похоже, надо было чуть-чуть дать ему погулять. Вот это да. Я думал, утром будет клевать, а оно клюет сейчас. Если кто пропустил, все как обычно. Небольшой кусочек пенопласта. Крючок Овнер пинхук или пенихук 50922, номер 4. Сюда тоже можно поменьше кусочек пенопласта и кусочек сала. Бывает сало без пенопласта сажаю. Но с пенопластом можно посадить маленький кусочек. И ну, хотя маленького сейчас нет, давай попробуем большой на течение. Вот это вот уже большой. Рыба довольно буйная, надо привыкать к вываживанию. Поводочки из плетенки. Потихонечку. Маленький лещ совсем. Опять пойти как живец. Масюська. Аккуратно тащу. Похоже, третья удочка точно тут не нужна, потому что поклевки постоянные. Забрасываю 2-3 минуты и поклевка. А вот это местная плотвичка.
Вот такая плотва здесь водится порой. Камера, не знаю, передает, не передает. Это прям вообще супер плотва. Еще такая адская. Похоже, опять что ли плотва такая. Это серьезные, ребят. Вот это рыбалка. Вообще не ожидал, если честно. Думал, просто хоть на берегу посидеть. Ну, конечно, все взял и под рыбу. Под лещик. Оп, оп. Опа. Аккуратненько. Ничего такой. Тут на эту речку часто приезжаю на спиннинг ловить, особенно во второй половине лета. И с донками-то люди сидят, всегда подхожу, спрашиваю. Ну, какие-то донки, там удочки, полудонки. Когда на телескопической удочке просто там груз, и там какая-нибудь кукуруза насажена. Все обычно говорят, да ну, какая рыба, рыбы тут давно нет. Но я смотрю, природа-то супер, думаю, хоть тут вообще насладиться всем вот этим вокруг. А еще, оказывается, и рыба-то, похоже, есть. Тут получается поворот реки, и на самом повороте как бы тек такую пробежку дает и потом ускоряется. Вот где замедление течения происходит, там почему-то мелочь клюет. А вот большую полотву крупную поймал, вот здесь замедляется оно, туда маленько по диагонали бросил. И подлещик, в принципе, кажется, тоже как-то вот немного на течении стоит, не в самом затяжке. Маленечко в сторону туда. Оп. О. А так буквально тут метров, ну, 15-17. Дальше не надо. Пошел маленько, может быть, думаю, каких-нибудь дров поискать. Костерчик тут развести. Смотрю, поклевка. Здесь было. Посмотреть. Что-то идет тяжело. Есть рыба. И похоже такая, которая в садок пойдет. Подлещик. Такой, честно говоря, не очень большой. Можно уже брать, конечно, но там есть покрупнее. И в реке, похоже, есть покрупнее. Отпустим на удачу. Давай, беги. Газуй. Рыба тут такая буйная. Даже непонятно, на что она взяла. На пенопласт или на сало, потому что достаю, здесь вообще уже пустые крючки. Все равно насаживаю с одной стороны просто пенопласт, а с другой стороны пенопластинку и сало. Сало работает с чесноком и зимой, и летом. Просто находка.
щука повсюду плещется, просто и на том берегу, и здесь. Бам-бам, барабан. Такое бывает, ребят, только когда спиннинга с собой нет. Спиннинг телескопический, который в машине всегда вожу. Не в лес у меня вещи. Надо было поднапрячься и куда-нибудь его подпихнуть. Ну, ничего, в следующий раз. Сейчас прикормка с комбикормом. Пшено, комбикорм и магазинная прикормка. Пропорции примерно 1/3, 1/3, 1/3. Вон там щука гоняет. Вообще красотища. Заметил? По ловле. Вот в прошлом году не было у меня комбикорма практически. Не покупал так, чтобы много. И рыбалки были такие, как бы рыб была, но не так много, как в позапрошлом или в позапозапрошлом, когда покупал прям сразу там по 10 килограмм. Гарик в этом году мешок купил, я у него пол мешка забрал. Ну как забрал, тоже-то это за деньги. И ну он так хотел отдать, говорит, да не надо ничего. Я говорю, Гарик, ну что ты купил? И в общем-то комбикорм, он мелкий, и всплывающих частиц много, пшено добавляешь, он мелочь привлекает, да, но вот через эту мелочь гораздо быстрее приходит и другая рыба. Если ловить просто на пшено в кормушке, то желательно знать, где лещ уже есть, и тогда более крупный будет выборочно. А так вот комбикорм, когда в прикормку добавлен, рыба гораздо быстрее приходит на точку. Потому что с пшеном можно с чистым ловить вот с вечера. Вот как я и думал, что с вечера просто бросаешь, ничего особо не происходит. Утром приходишь на это же место, поспишь, и начинает ловиться. А здесь очень быстро рыба нашла место, где кормят, и в принципе поклевывает. И маленькие, большие, всякие разные. Даже третью донку не буду сейчас ставить, вон щука. Гоняет морька, прям здесь видно, вода остыла до того состояния, когда активность ее настала. Надо опять приезжать вы сюда со спиннингом. Такие золотые рыбалки, золотые в плане воспоминаний и самой ловли. Это когда было жарко. Вот летом долго жара держалась, и вода очень теплая, все купаются, все радостные такие. И как только наступает момент попрохладнее, как люди перестают купаться, значит, хищник будет активен. Вот приезжай на маленькие реки и лови вдоль берега. Вдоль берега, около кувшиночек, там в середину даже смысла нет бросать. Весь малек вдоль берега, щука, окунь тоже все вдоль берега. Ну а более-менее крупный, вот лещ плотва, сейчас пока еще будет держаться в русле. Ну хотя и тоже он около берега может быть есть. Ну как тут эти донки-то руками сюда забрасывать-то? Палок маленько всяких собирал на берегу. Сейчас костер разведу. Есть не хочется сегодня, может быть вообще пораньше дома спать. Натощак хорошо высыпаться. А у костра ход посидеть прям тут на берегу сейчас сделаем. Березовый шест бывший. Ох. Переста даже сырая горит. Она маслянистая. Ну что-то сегодня не хочет. Да, это не из домашних дров костер разводить.
Вот это более-менее сухая. Песок еще сырой снизу, на сыром всегда плохо горит. В сыром песке еле горит, сейчас может потухнуть. Хотя нет, занимается так неплохо. Все шипит. Такой настоящий береговой костер. Каких-то корней еще, похоже, весной, когда половодье было, тут что-то там нанесло. Какая же рыбалка без костра, да? Только вот перезабросил. Вечерние рыбки пошли прям такие упористые. Ребят, а это густера здесь вот такого размера. Красные плавники
Вон густерка. Густерчик. Погори еще немножечко. Как раз те моменты, ради которых сюда, в принципе, и приезжаем. Вот такая погода, она часто в районе новолуния, в районе полнолуния и во время дождей. Вот по прогнозу погоды, сейчас можно смотреть в интернете, да, там на 10 дней, там на 7 дней, на 6. Дождь. Ну, такие дождливые дни. И обязательно бывают такие окошки по одному, по два дня. Вот сейчас окошко такое, ночью шел дождь, потом дождя нет. Завтра поклевка. Завтра утром дождя не будет, а вечером уже будет опять. Клюет, не клюет рыба, это вопрос спорный. Слишком много факторов, особенно зависящих от рыболова. Какую сделает оснастку, какая прикормка, какой вообще настрой на рыбалку. Ну вот тихая погода, она присутствует. Потом дней 5-6 ее, скорее всего, не будет. Будет дождь, ветер, там какие-то перемены. И вот застать вот такие окошки, это прям вообще круть. Сегодня пораньше лягу спать. И утром половим, по-настоящему посидим прям напористо. По поводу есть, не есть на ночь, вопрос спорный. Кушать немножечко хочется. Ну, если поесть, то проснешься такой... А если не есть, то проснешься такой... Опа! И покушать с удовольствием. Сейчас маленько. 9 часов время. Маленько еще посидеть. Может, пару перезабросов сделаю и баньки. Друзья, доброе утро. Тут вроде так тихо, спокойно. А в тишине то собака какая-то придет, то рыболов приехал. Я покажу, машину поставил. Вот так вот, не устает. Ну, он с лодкой, лодку спустил. Говорит, будет в проводку ездя ловить. В сельской местности это только так кажется, что нет никого, а так местные наверняка все уже знают, что здесь какой-то парень на мотоцикле приехал рыбу ловить. Жизнь, она такая происходит потихонечку. Сейчас на речку ходил, там аж две лодки стоят. Ездя будут ловить. Насколько знаю, ясь нормальный, вообще шума не терпит. Как-то там в тишине придется тогда ребят сегодня. Мужчина, конечно, который прям в палатку поставил машину, говорит, а что ты там у моста-то там, типа. Я говорю, там занято все было. Он говорит, ну, с одной донкой место-то нашел бы. Ты со своей лодкой тоже там место нашел бы, правда?
надо отдать должное. Рыбаки, которых видел здесь на этой реке, все всегда в тишине действительно сидят. Но они в основном без рыбы просто сидят. И справа тоже прям рыболов. Это на живца пробует ловить. Красотища какая. Только забросил, сразу на забросе. Мелкой рыбешки там полно, похоже. Местные дядьки уже неодобрительно поглядывают на меня. Потому что рыбы-то как бы нет. Но там щука плещется, просто вообще обезумливает там на мелике.
обогрелся. И сало съел, и вторым крючком подбогрелся маленьким. Ребята, что-то я знаю. Так вот, местные реально в шоке. Вот, конечно, можно сказать, ловить надо уметь. На самом деле все проще. Дело в оснастке. Местные, когда ловят, насколько знаю, все по старой схеме. На червя. А на червя рыба здесь клюет, как и на других реках, когда есть нормальный уровень воды, ну, довольно большой, и есть течение. Сейчас уровень воды маленький, течение слабое, и нужна оснастка, которая ловит прямо около кормушки. Не на длинном поводке где-то в стороне, а прямо вот на коротких поводках. Вот здесь вот пенопласт, сало как раз играет решающую роль. В принципе, любой дядька из них, сделав такую оснастку, также будет ловить. Никаких хитростей особо нет. Ну и по прикормке главное, чтобы она оставалась в кормушке и потом как-то вымывалась оттуда, оставалась на дне, чтобы рыба маленько приманивалась. Заброс никак не клипсую. Просто бросаю примерно в одно и то же место здесь. Не такая большая река, чтобы какую-то точку прям соблюдать. Уже пошел такой помельче. Маленький совсем брать не буду. Достаточно хорошей рыбы. Сейчас надо костер развести, и вместо бересты Гриша Соколов давно-давно рассказал от сосны смолу. Очень хорошо горит, и даже там, где просмолилась кора, ее тоже будет гореть классно. Надо найти только такой достаточно серьезный сгусток. Вот это можно вот ножом отковырнуть, можно в руку набрать
то, что есть. Так-то вот она. Такая. Вот прям хороший кусочек от смолы. Еще крошки сложил на подложку. Тоже из сосновой же этой коры. И когда ветра нет, с ней очень хорошо. Вот она загорелась и шкварчит. Зажигается не мгновенно, но зато когда горит, дает очень хороший такой жаркий огонь и горит долго. Говорят, факелы раньше делали из этой смолы. Сегодня курочка опять на костре, надо разогреть, и хотел помидоры запечь. Дело за небольшим, я их не могу найти. Вещи все поскидывал в палатку, везде там 3 отделения в мотоцикле, 4. Что-то непонятно, помидоры куда-то делись. Знаю, где курица, где хлеб, остался еще сыр, конечно же. Самая лучшая фольга была дома где-то лежит, на которой написано для гриля. Она вообще прям такая, прям мощная. Не знаю, сколько там микрон, ну прям массивная. Ну и самое главное, плотненько заворачивать, чтобы не прогорала сама эта алюминка. Турбо. Здесь сейчас вижу необычные облака. Вот хорошо видно. Их как будто бы вот ветер высоко-высоко прогоняет. Дождя еще пока не будет, но погода будет меняться. Перед дождем они будут прям рваные такие. Это действительно там где-то высоко-высоко начинается ветер. Вот видите, они такие подраздутые. Вот здесь, с этой стороны, тоже очень хорошо видно. Вот они. В общем, появляется такая картина перед сменой погоды. Тишина стоит второй день подряд. Это вот как раз окошко между дождевыми облаками. Нашлись помидоры, но запекать уже не буду, просто сейчас в сыром виде посолю. С курочкой сейчас надо будет лопать. И пойдем, наверное, подводить итоги рыбалки. Посмотрим, что там в садке. За местным мужиком смотрю, который ловит езя-езе. Сегодня, похоже, немного. Мне так кажется, ни одного. По крайней мере, пока утром
был на берегу, у него точно ничего не было. Ну вот они с другим мужчиной в шоке по поводу того, что ловится лещ, а леща поймана нормально. Его можно, в принципе, еще больше наловить. Но я рыбу беру на еду, сам ем, родственников угощаю, иногда друзей. И как бы излишки так не приемлю. Надо по чуть-чуть привозить, и тогда, чтобы много не накапливалось, чтобы в охотку рыбки жареной поесть вкусной. Горячая. О, какая горячая. Ладненько, друзья, всем приятного аппетита. Сейчас перекус и пойдем на реку. Небольшой реке. Это очень даже неплохо. Ну да, они, красавчики. Сейчас пока рыбу чистил, посмотрел, дядя с лодки в проводку тягает небольших рыбок. Ну, разогрела, она мелкая рыба, она так и будет ловиться. Крупного язя или какого-то там язя утром не было. Мне кажется, все дело в том, что на реке очень низкий уровень воды, и это видно по берегам, отмели открылись. В это время крупная рыба, она очень осторожна. В это время щука активна, щука любит маленькую воду, щука любит белую рыбу, поэтому белая рыба не любит это время. А по ловле леща, по ловле плотвы на донке, здесь, конечно, решает оснастка. Слабое течение, кормушка лежит, корм вываливается из кормушки прямо около нее. Значит, где надо рыбу ловить? Около кормушки. Короткие поводки, вот как из плетенки. Если уровень воды подымется, сначала муть понесет, дожди пройдут, понесет муть по реке, рыба прижмется в берега, муть всю пронесет, и она начнет кормиться по всей реке. Течение сохранится достаточно сильное, и местные начнут ловить на свои донки с длинными поводками на червя, и у них есть такое поверье, что лещ пошел. И вот сейчас они в шоке, что лещ-то, оказывается, никуда и не уходил, он здесь живет. Под каждое условие свои снасти, и когда будет здесь сильное нормальное течение на этой реке, река вообще быстрая, то вот та оснастка, с которой я ловил сегодня, она здесь будет неуместна. Как только кормушки начнет протаскивать по дну, все, она перестает работать. Потому что мало того, что крючки цепляются за дно, мусор на них налипает. Если сильные течения, то корм из кормушки вымывается, кормушка лежит на месте, а корм вымывается, и рыба кормится здесь. Что значит? Значит, нужна кормушка и фидерная оснастка с поводком 40, там, 50, 70, бывает, сантиметров. Все же элементарно. Тут просто банальное понимание того, что происходит на реке. С вами Саша Иванов, канал «Живу на земле». До новых встреч. Пока.